Если вы спросите меня, что вообще делает детей успешными, я вам отвечу. Успешными их делает очень точное, трудно выбираемое сочетание опеки и самостоятельности. Если вы опекаете ребенка в главных вопросах и предоставляете ему самостоятельность в вопросах морального и личного выбора, у вас все может получиться. Для меня вот самым трудным было найти здесь оптимальный баланс. Я, конечно, довольно тоталитарный отец, но все-таки я, ну, по крайней мере, с тех пор, как Андрей попал в киношколу, я уж во всяком случае старался его не слишком нагружать своими заботами. Мне кажется, что у него появилась там своя среда. Иными словами, тот, кто даст ребенку свободу в главном и будет о нем заботиться во второстепенном, тот все сделает совершенно правильно.